за последнее время я стал все больше и больше делать как бы engagement proposals съемки, и вот я приобрел для ряда заказов несколько новых камер и линзу, скажем, у меня сейчас взял очень длинную, то есть там 120 на 2200 миллиметров линзы, которая позволяет с большого-большого расстояния снимать, и она более-менее качественная. Если как бы вы хотите записать вот какой-то материал, который как бы можно сделать из, с большого расстояния, то теперь я могу делать и фотки, чтобы меня совсем было не видно далеко-далеко, и они будут достаточно качественные, и видео. У меня есть видеокамера с хорошим очень зумом, поэтому если мы делаем proposal, то девушка может совсем не знать, что она снимает, она думает, что это как бы очень интимно, только она и proposal происходит, и, но тем не менее фотки и видео будут с этого proposal вам доступны. Дайте знать, если как бы вы хотите таким сервисом воспользоваться, то есть я могу это снимать издалека, дискретно, то есть мы можем оставить хорошую память. Если вам интересны какие-то, скажем, комедийные моменты, или добавить туда там актеров, или какой-то, знаете, там вы шли по парку, Централ парку, на вас напали бандиты, он парень с девушкой от этих бандитов как бы спас и достал ей кольцо и подарил, скажем, она может быть сначала, то есть premises выглядит таким образом: сначала какой-то стресс, то есть состояние дискомфорта, то есть у меня даже есть пара друзей полицейских, которые могут там его там арестовать или там как-то каким-то образом к нему обратиться и создать дискомфорт, и после этого там в России, например, часто делают вот, подбрасывают наркотики, и, там типа их арестовывают, девушка в ужасе, что происходит, и в какой-то момент ей это показывает, что это все шутка, и он дарит ей кольцо в этот момент. Вы, как бы, можно разные подыскать сценарий. Суть такая, что я могу и фото, и видео делать с очень большого расстояния, чтобы как бы тех, кого это пранкают, те, ну, скажем, engagement пара, по крайней мере, девушка, парень-то заранее как бы со мной договаривается, а девушка может и не знать, что это все на камере, и, соответственно, как бы хорошая будет картинка, и если надеюсь, что понравятся фотки, они будут очень естественные, натуральные и памятные. Дайте знать, если интересно. Спасибо.